of a start. Раз-два. Раз-раз. Просим! Поздравляю всех с днем садового инвентаря! И кто это у нас опаздывает? Прости, Савунья. Прости, Савунья. Ну а ты, Пин, на тебя уж совсем не похоже. Извиняйте за опоздание. Я калибровать мой машин времени и потерять много этот самый времени. Машина времени? Я на ней прокачусь, ладно? Путешествовать во времени – это не для детей. Потому что чем дальше едешь в прошлый, тем больше вред для настоящей. Хватит науки, настало время для торта! Нет, сначала Копатыч нам расскажет увлекательную историю из жизни огородника. Спасибо, Савунья. Ну, стало быть так. Дело было в сентябре. Осень, сами понимаете, пора сбора урожая. Просыпаюсь я утром. Ну, вот как-то так все и получилось. И тут только я понял, что грабли я оставил в... Фу ты! С каждым годом этот праздник становится все длиннее и скучнее. Это точно. А теперь... Торт! Еще нет! Сейчас Карыч и Лосяш исполнят нам фантазию для виолончели с Киркой. Прошу! Великолепно! И, наконец, настал момент, которого мы все так долго ждали. Торт! Да нет же! Бараш снова прочтет нам свое знаменитое стихотворение о садовой скамейке. И весь цветной от ушей до живота будет полезней он даже скамейке. Браво! Здорово! Великолепно, друг мой, великолепно! А теперь торт! Наконец-то, ёжик! Три, два... Какая огромная, колоссальная потеря времени! Времени, говоришь? Но, Крош, ты же слышал, что сказал Пин! А что, если мы повредим пространственно-временной континуум? Мы вернемся назад всего на один день! Пространственно-временной! Как его там? Даже не заметит, что мы там побывали! Ну что, машина времени, включаем задний ход. Крош, подожди, ты сам не понимаешь, во что впутываешься. Это опасно. Да ладно, ты же современный, ёжик, это прогресс. Вот как бы поступил Эйнштейн? В смысле, если бы он тортика захотел. Тортик? Ну ладно, ради прогресса. И торта! Быстрее. У нас мало времени. Наоборот, получается, у нас сейчас на целый день больше времени, чем было минуту назад. А когда мы через минуту вернемся, будет всего на минуту позже. Хе, у тебя от этого тоже голова кругом идет? Вот он. Хе, ну-ка, взяли. Дело сделано. Бежим в машину. И кто это у нас опаздывает? Прости, прости, Савунья! Скучные моменты можно было бы и пропустить.
прогресса. И чего это нас Пин континуумом пугал? А? Да что он вообще понимает в наших континуумах? Я не могу остановиться! Фу, по крайней мере, с тортом ничего не сло... Копатыч! Лосяш! Копатыч, лосяш! Кажется, наш гениальный план не такой уж и гениальный. Ты чё, пошли! Первый континуум всегда комом! На этот раз положим его тут, чтобы точно никто не споткнулся. Точно! И кто это у нас оказывает? Хорошо, торт приближается к столу. Чаша доставлена успешно. Все получается! О, тортик! Я буду тортик! Берегись, держись! Ну все, мне это надоело. Что ты задумал? Мы забросим этот камень так далеко в прошлое, что он нас никогда не догонит. Но Пин говорил, что опасно. Ёжик, хуже, чем есть, уже не станет. Посмотрим, как ты теперь выберешься, булыжник. Прощай навсегда. А теперь назад, в будущее. Ты хочешь сказать вперед в настоящее? И кто это у нас опаздывает? Мы с тобой. Отлично. Теперь Копатыч. О, тортик, я буду тортик. Хорошо, это был Копатыч. Теперь барашек. Ура! Свершилось! Победа! Мы сделали это! Мы сделали это! Сделали это! Сделали это! Сделали Бис! Кому первый кусок? Ну, ёжик, мы же уже все перепробовали! Мы клали его на стол! Мы скидывали его с обрыва! Чего мы только не делали! Получается все хуже и хуже! На этот раз просто доверься мне! Ты что, спятил? Это что, самое место, где он лежал в первый раз? Именно. Просто будь наготове. И кто это у нас опаздывает? Восемьдесят сантиметров к северо-западу и чуть левее. Стоп, стоим здесь. Задираем головы, открываем рты. Ёжик, ёлки-иголки, это был гениальный план! И такой простой! Пин был прав, не стоит связываться с временем и пространством. Нужно просто быть в нужное время и в нужном месте. Точно! Какой вкусный! Не зря мы его ждали. И дождались. Это такая блесна! На нее все клюет! Вот увидишь, мы поймаем много рыбы! И все скажут, какие мы молодцы!
как мы с пользой провели время. Молодые люди! Ого! Вы к озеру? Да. Передайте Копатычу. Вам все равно по пути. Ну, хорошо. Это хорошо, что мы ничего не поймали. Все скажут, какие вы молодцы. Не нарушили в озере хрупкое экологическое равновесие. Ребята! Отдайте это Сауне. О, пожалуйста. Мы вам что, почтальоны, что ли? А вам все равно по пути. Ёжик, а что, если нам и вправду открыть почту? Ой. Кто там? Тебе посылка! Это что? Это квитанция! И что мне с ней делать? Придешь с ней к нам на почту, и мы с ежиком вручим тебе посылку. Ой, я же... Вот вам ваша квитанция, давайте быстрее мою посылку. Заполнить надо. Данные получателя? Дайте мне чем-нибудь заполнить. Карандаш какой-нибудь, что ли? Вообще-то, со своим приходить надо. Что? Опять квитанция? Нет, это опрос. Нравится ли вам наша почта и как бы вы хотели ее улучшить? Нравится? Я вам сейчас скажу, как она мне нравится. Хотя нет, постой, мне нужно Пину часы передать. Отнесешь? Конечно! Ох! Приходи к нам на почту, заполни квитанцию! Как мы раньше без почты жили? Раньше и слать-то ничего не хотелось. И никого. Нет-нет, молодцы, ребята. Может, и мне кто-нибудь что-нибудь пришлет? Неправильно заполнено. Иди переписывай. Мне есть что-нибудь? Может, до востребования? Нет, Карыч, нету. Здесь, кстати, очередь. Я не получать и не отсылать. Я возмущаться. Почему моя посылка вся пропахла маринадом? А что у тебя было в посылке? Это не важно. Важно, что все пропахло каким-то маринадом. Я этого так не оставлю. Посылки нужно сортировать. Как минимум на те, в которых есть маринад, и на те, в которых его нет. Возмутительно. Ну и как в таких условиях работать? Да сумасшедший! У меня особый заказ. Только если его особость не нарушает правил нашей почты. Мне нужно, чтобы эту посылку доставили адресату в определенный день и час. Тебе повезло! Теперь у нас есть такая услуга, как посылка с доставкой. Это очень хорошо. Бараша! Где посылка? Где посылка? Я же просил. Это было важно, чтобы она была доставлена в определенное время. Где она? Бараш, у нас с ежиком из-за ваших посылок и так никакой жизни не осталось. Дай хоть пообедать нормально. Ну, что там у тебя? Где моя посылка? Ребята, мне ничего не приходило. Может, до востребования?
подожди ты! Дай с барашем разобраться! Ёжик! Куда мы отдали посылку бараша? В сортировочный цех! Лосяш теперь сортирует посылки, где есть маринад, а где его нет. Да, помню, была. Маринада там не было. Где моя посылка? Я отдал ее Копатычу. Что? Кто-то послал посылку с розыгрышем. А не всякое сердце, понимаете, выдержит хороший розыгрыш. Теперь у нас есть Копатыч, который проверяет посылки, нет ли там всяких хороших и опасных розыгрышей. Вы все с ума посходили! Я не хочу, чтоб копались в моих посылках! Ты зря беспокоишься! Копатыч очень аккуратно копается. А, помню, никаких опасных розыгрышей. Молодец! Давай ее сюда! Понимаешь, обычно у меня все получается аккуратно. А писем мне не было? Да подожди! А на твою посылку села огромная противная муха. И сам скажи, как было ее не жмахнуть, а? Где посылка? Да ты не беспокойся, там чуть-чуть коробка помялась, и мешок самую малость, порвался. Я отдал Савуне, она зашивает так, что ничего не будет видно. Ты не беспокойся, я зашила очень хорошо. А где она? Я поначалу хотела отдать обратно Копатычу, а потом подумала, ну их с этой почтовой канителью, отнесу сама. Взяла ее, несу. Устала, села на пенек. Сижу, идет Нюша. Говорю, Нюша, отнеси, пожалуйста, по адресу. Она и понесла. Ты отдала посылку Нюше? Ну да, именно ей. А кому еще? Откуда я знала, что это посылка мне? Там было написано «Моей прекрасной Энн». На Энн много чего начинается. Нога, невтерпеж, Навуходоносор, няня. Ну там же ясно был указан твой адрес. Розовый дом с ромашками. Я перекрасила его в цикламеновый. И куда ты дела посылку? Так я отнесла ее обратно отправителю. Она у тебя дома. Либо почта что-то сделала с нашими мозгами, либо наши мозги сделали что-то не то с почтой. Бараш, ты не с почты возвращаешься. Там нет для меня чего-нибудь? Есть. Вот несу тебе. Странно. Ни адреса, ни имени, ни от кого, никому. На нашей почте еще не такое бывает. А я знаю, от кого она. Да ну? Да. Давным-давно далеко отсюда был у меня друг. Настоящий друг. И однажды он попал в запутанную историю. Вокруг него вдруг стал твориться хаос. Вдруг стал твориться. Да хаос нас окружает постоянно. Весь мир как почта. Мало того, что мы шлем не то и не тем, так это еще и не доходит. Да слушай историю до конца, и ты поймешь, что это не так. Доходит всегда то и как раз тем. Просто не всем дано понять сложные механизмы почты. Так что там с твоим другом? Так вот, попал, значит, мой друг в запутанную историю. Но ничего, зиму как-нибудь переживем, а потом весна и снова лето. Я осень, если честно, не очень люблю. Все какие-то хмурые, уставшие.
Бараш? Ты чего делаешь? Крашу дом. Да, но это мой дом. Я в курсе. Готово. Ой! Ой! Ай! Эй! Ой! Ой! Ай! Ой! Ну а что, собственно, хорошо покрасил. Спасибо, бараш! Помогите! Так вот о чем это я? Об осени. Все такие хмурые, сонные, находят любой повод погрустить. А какой-то список! Смотри, все наши. И ты здесь есть. Здесь только нет меня. Этот готов. Можешь вычеркнуть его из списка. Осталось еще 8. Ёжик! Мне этот список очень не нравится. Это очень плохой список. Тут что-то неладно. Да не бери ты в голову. Подумаешь, бумажка. Может, кто-то перепись составлял. Меня нет в этой переписи! Ёжик, ты что-то знаешь, чего не знаю я? Прощай, земля! Подождите! Подождите! Меня забыли! А тебя нет в списке. Извини. Всем в сборе. Давайте, наконец, есть эту великолепную и очень вкусную морковь. Нет! Крош, что ты здесь делаешь? А ты что здесь делаешь? Гляжу, светлячков. Ну ты даешь. Как ты мог подумать, что мы без тебя что-то будем делать? Мы же твои друзья. Разве можно не верить друзьям? Я изо всех сил пытаюсь верить, ёжик! Но знаешь, как трудно верить, когда все твои друзья есть в списке, в котором тебя нет? Может, ты что-то забыл? Может, вы хотели сделать мне какой-нибудь сюрприз? Может быть, даже приятный? Да нет, вроде. Ну-ка, дай посмотреть. Так это же почерк. Ты писал? А что? Ты или нет? Говори! Ну, вроде я. Мои каракули. А теперь скажи мне, пожалуйста, что означает сей список и почему в нем нет меня? Слушай, отстань ты от меня. Говори! Немедленно говори! Зачем? Дела. Добрые дела. Нюша сказала, что я занимаюсь бесполезной ерундой. Я решил поделать немного полезной ерунды, с ее точки зрения. Тебе вот дом покрасил, остальным пока не успел. Поэтому они есть в списке, а тебя уже нет. Да? А почему ты тоже в списке? А себе что, добро делать не надо? Ну вот, все разрешилось.
Я почему, собственно, волновался? Потому что, что бы ни случилось, я не хотел бы остаться один, без моих друзей. Хотя, наверное, так делать нельзя. Ведь если друг настоящий, то он тебя никогда не бросит. А если не настоящий, то и волноваться не о чем. Верно? Верно. Крош, нет, нет. На этот раз они нас точно убьют. Ёжик, в этот раз ничего плохого не будет. Я все рассчитал. Давай тогда позовем всех и посоветуемся. Ёжик, ты забыл, что наш новогодний салют должен быть сюрпризом для всех. Сейчас все увидят салют на небе, повыскакивают из домов, закричат: «Крош! Ёжик!» Знаешь, сколько радости будет? На этот раз нам пощады не будет. Нам конец. Нельзя сказать, что я сильно удивлен этому. Я знал, что когда-нибудь нам придется бежать из этого райского уголка, полного радости, доброты и теплоты друзей, терпение которых нельзя проверять вечно. Как ты думаешь, они будут ухаживать за нашими домиками? Или же растащит их на запчасти? Если помнить, что мы учинили с их домами, это будет справедливо. Ой, ой, я, кажется, забыл под кроватью железную дорогу. Крош, нам нельзя возвращаться. Ёжик, это же лучшая в мире игрушечная железная дорога. Нельзя. Нельзя. Просто представь, что ее уже нет. Позволь мне хотя бы выразить свои эмоции. Только быстро. Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Кроша и ёжика вроде лавиной завалило. Так идем же быстрее. Видишь, ёжик, получилось так, как ты хотел. Теперь никто не будет от нас страдать. Мир терпел нас слишком долго. Но он понял, что нас не изменить. Куда бы мы ни пришли, ты устроишь там погром, ёжик, и разруху. Ёжик, давай проведем наши последние минуты, не ссорясь. Будет неловко, если, когда нас раскопают, найдут застывшие фигуры испуганного кролика и свирепого ёжика. Что сверху? Заметила чего-нибудь? Ничего нового! Кемерово? Омск. Краснодар? Рим. Марковск? Нет такого города. Марковск. Ну, на этом свете нет, а на том, может, и есть. Давай-ка пока этим светом обойдемся. Мурманск?
Ну, наконец-то! Абсолютный слух пришел. Васяш, хватит жевать! Ты мне мешаешь! И вообще, отойдите куда-нибудь подальше! Саратов, Вологда, Абакан, копайте здесь! Челябинск, Кострома, Армавир. Как ты думаешь, они могли нас откопать, чтобы потом убить? Крош, ёжик, слава богу! О, как мы рады, что нашли вас! А мы-то как рады! Как здорово! Как это прекрасно! Давайте в честь этого устроим салют. Это была шутка! Шутка! Брест. Это Таганрог. Гатчина. Ёлки-иголки, опять на! А чего ты еще не одет? Я не пойду. Это еще почему? Я наказан. Чего? Ну ты сам посуди. Я должен был вчера расчистить дорожки от снега. Должен. Я расчистил? Нет. Я должен был перестать есть сладкое в таких количествах. А что я сделал? А уборка? Ты посмотри вокруг. Когда я убирался дома в последний раз? Сколько еще это можно терпеть? Ни у кого терпения не хватит. Ни у кого, ежик. А кто тебя наказал-то? Я сам себя наказал, сам. Я подчинюсь, потому что я знаю, что меня наказали из любви ко мне. А ты не мог бы наказать себя после того, как мы покатаемся? Ты, конечно, хитро придумал, но не будем торговаться. Я очень серьезно взялся за себя. Забыл. А что ты меня не позвал? Я тоже бы с тобой побегал. Ёжик, ты не заслуживаешь таких мучений. Ты же ни в чем не виноват. Ты же вчера не провалялся на кровати весь день вместо уборки. Теперь что ты натворил? Я сфилонил утром. Должен был пробежать 20 кругов, а пробежал только 14. Как я понимаю, это никогда не кончится. Ты думаешь, что я безнадежен, да? Я думаю, что ты заставляешь себя делать то, что ты не можешь выполнить. Ты прав, ежик. Ты абсолютно прав. И за это я заслуживаю еще большего наказания. Буду стоять, подняв руки. Ёжик! Ёжик! Спаси меня! Я больше не могу! Я не могу так больше! Я слабое существо! Я такой несчастный!
Я оставил себя без ужина и запретил играть в железную дорогу. Это же невыносимо жестоко. С этим надо что-то делать. Мне так себя жалко. Я такой безжалостный. Ёжик, спаси меня от самого себя. А почему бы тебе не простить себя? Точно! Я прощу самого себя! Прощение — это очень хорошо! Только сильные умеют прощать! Ты такой умный, ежик! Спасибо, ой, спасибо! Ёжик, ёжик, неужели ты еще спишь? Такое чудесное утро, а ты валяешься в кровати. Вставай, вставай, поедем кататься. Ты не представляешь, как стало хорошо, когда я простил себя. Как гора с плеч свалилась. Потому что виноватым быть очень трудно. Только и делаешь, что мучаешь себя. Мучаешь, мучаешь. А когда самому не в моготу становится, то ищешь виноватых вокруг. То снег слишком холодный, то вода слишком мокрая, то утро слишком раннее. А когда прощаешь себя, то и снег прощаешь, и воду, и утро, и все на свете. Ты тогда правильно сказал, что все от того, что мы слишком много берем на себя. Представляешь, договорились бы мы с утра пойти кататься, а я бы проспал и был бы виноват. А так никто никому ничего не обещал, и у нас с тобой все хорошо. Ёжик? Ёжик! Ёжик! Нет, ёжик, в жизни справедливости. Только простил себя и на тебе. Чуть тебя не угробил. Ты добрый, ты меня, конечно, простишь. А вот я себя никогда. Нет мне теперь прощения. Хотя нет, сделаю 30 кругов, очищу весь снег, не буду спать 3 дня и простою в углу неделю без всяких игр. Тогда, может быть, прощу. А я тут что, один буду? Получается, что наказанным опять буду я. Что же делать? Развлекать меня. Фокус показать? Давай. Смотри, берем 2 одинаковые полоски ткани. Что? Что-то не так? Ты порвал мой самый любимый шарф. О, горе мне, горе! 35 кругов! Ни спать и не есть 3 дня! В углу 3 недели! И никакого сладкого до самой смерти! Итак, ты делал тележку и хотел ее подарить Карычу на день рождения. Делал ее долго и с большой любовью, а потом нечаянно уронил на нее гирю. Кактус сам на нее упал. Холодильник. Уронил холодильник и сломал тележку. И теперь ты не знаешь, чем идти на день рождения Карыча. Немного ли горя из-за тележки, которую все равно ты собирался отдавать? Ты не представляешь, какая она была красивая! Но Карыч об этом не знает. Нет. А если узнает, то только расстроится. Конечно. Значит, не было никакой тележки. Как это? А был замечательный набор-конструктор «Собери тележку сам». Притом для интереса некоторые детали в нем специально сломаны и требуют починки. Главное не что подарить, главное, как это преподнести. И у всего должна быть правильная упаковка. О, это, наверное, сюда. Ну, ничего, я это сюда и вставил. Я туда не заснул, не знаю. Ну, сломано. Жду его. Нет, здесь другое. Нет, сюда. Все должно быть. Зачем? О, конструктор. Опа. Ёжик, ну ты даешь. Классный подарок. Вообще-то,
тележка должна была получиться. Не будь занудой, ежик. Итак, ты взял у Карыча без спроса рояль. Чтобы помузицировать. Чтобы покататься. Разогнался с горки, не смог притормозить и врезался в дерево. Кто это сделал? Ёжик! Спасибо, ёжик! Спасибо, что освободил Карыча от этого рояля! Он теперь не будет сутулиться над ним, натирать мозоли клавишами и станет больше уделять времени своим друзьям! Спасибо! Спасибо! Молодец! Молодец! Сам бы я никогда не решился! Спасибо! Правильно упаковать можно даже сломанный рояль! Теперь твое белье видят все. Все смотрят на небо и думают о тебе. Ах, это же белье Савуньи! Пойду-ка навещу ее. Да, а у меня ничего не готово. Это не важно. Важно, что ежику удалось подцепить своим змеем твое сохнувшее на веревке белье и вывести его на обозримую высоту. Спасибо, ежик! Пожалуйста! Ты простужен? Нет, просто в нос что-то попало. Да нет, ты простужен и можешь получить осложнение. Быстро в кровать. Он много сил отдавал на помощь другим, и его организм не выдержал. А как тут выдержишь? Сколько он у всего переломал. И главное, все на пользу нам. Правда, Пин? Я, безусловно. Крош, ты должен мне помочь. Я абсолютно здоров и хочу гулять и играть. Они заставляют меня лежать в кровати, никуда не пускают и говорят, что я болен. Они как-то все неправильно упаковывают. Я пробовал. И? Понимаешь, если взрослые что-то упакуют, то переупаковать это практически невозможно. Они в это верят всерьез. Ладно, тогда сбросим маски. Иногда у меня очень много рога. Мёд надо есть. Вот когда я был маленький. Я хотел бы извиниться, когда я, точнее Крош, говорил, что я что-то сломал, сжёг или разрушил, чтобы кому-то было хорошо, это было неправдой. Но, нет, конечно, я это делал не для того, чтобы кому-то было плохо, просто так получилось. Но и вы должны признаться, что я не болен, а вы говорите, что я болен, чтобы меня наказать и... Как страшно болеть! Да у него бред! Бедный ежик.
Протодырка! Давай! Извините, я нечаянно. Ёжик-то после болезни сильно изменился. Раньше он все ломал и разрушал, чтобы сделать что-то хорошее. А теперь? Как-то ушел бессмысленно. Бессмысленно и жестоко. Ну что ты от них хочешь? Это же дети. Ой! Ёжик! Ну признайся, что ты специально в меня попал, чтобы каким-то образом сделать мне хорошо, что в этом есть какой-то позитивный смысл. Нет, я случайно попал, извини. Он больше не заботится о нас. Хватит! Хватит его провоцировать! Видите? Что он из последних сил держится, чтобы не признаться! Он все делает для вас! Все! Ни одно разрушение не случайно! Все для вашего блага! Правда? Смотрите! Для чего он это сделал? Как вы не понимаете, что это сделано просто-напросто для того, чтобы... Так вот в чем дело! Точно! Как я сразу не поняла! Спасибо, ёжик! Спасибо, ёжик! Спасибо! Всегда, пожалуйста. Ёжик, двинь-ка мне желтый фломик. Ты что рисуешь? Елик, а ты? А я... Телек. Ну-ка, дай-ка. Так, а где тут верх-то? А, вот так, да? Телек. На. Вот скажи мне, вот зачем называть телевизор телевизором, когда все равно будут называть его телеком? А велосипед великом? Фломастер фломиком. Зачем такие длинные названия? Что, больше времени на что тратить, как выговаривать слово телевизор? Во многом глагола не... Несть спасение. Дай мне, пожалуйста, стирательную резинку. Видишь, как длинно получается. Дай мне стирку. А, нет, слово стирка уже занято. О, дай мне резку. Тропинка тропа, скамейка скама, лестница леса, забор заба, дом. Ну, дом и так, впрочем, не длинно, можно оставить. Ты представляешь, сколько полезного времени освободится, когда мы создадим новый язык коротких слов. И наоборот, сколько много полезных слов можно будет вместить в одну минуту. Можно будет сказать гораздо больше друг другу, чем мы говорим сейчас. Недосказанностям не останется места. Да где же это? Куда же я? А, вот, вот, смотри. Ёжик, вытри с потока пыль.
Замечательно! Все заняло 3 секунды. Правда, я хотел, чтобы ты не в глаз меня тыкал, а вытер пыль с подоконника. Подок — это сокращенно подоконник. Ну ничего, скоро выработается запома. Запома? Запоминание. Ми-ми. Высоковато. Ми-ми. Ми-ми. Скрип, смык. Кар. Смык, кар. Будьте любезны, что здесь происходит? Мы сокращаем слова для всеобщего удобства. Карыч длинно, Кар-Карыч невыносимо длинно, а кар в самый раз. Какой еще кар? Имейте совесть. Где уважение? О, уважа. Уважуха. Точно, уважуха. Ой, класс. Уважуха. Ёжик, да ты голова. Уважуха. Что? Уважуха? Йо, а пома, как мы бар оттащили из колода. Пома, думали, водян. Реальный водян. Лоэликом засветил, у бара нехилый прошим был. Нехилый. Искры вот такой шире. Не, более. Вот такая шире. Йо, йо. Ёлки-иголки. Друг мой, я вас совсем не понимаю, но это не беда. Если вы выучите мой новый музыкальный язык, мы будем понимать друг друга с полноты. Вот смотрите. Ми, до, ре, ре, фа. Это означает «прекрасный вечер, не правда ли?» Я в колод пал! Пал! Неплохо. А я в ответ «ре, соль, ми, фа, ре, соль, ми». Короткое «ми» означает «хорошо». Я в колод пал! Спасуха нужна! Где уважуха, там и спасуха, мой добрый кро. Ре, до, соль, фа. Короче, ежик в колодец упал. Ой-ё! Быстро говорить — это еще не значит быстро понимать. А то так вообще можно сократить общение до отдельных звуков. Эй, йо, а, йо, у, эй, чу! Ми! Что значит ми? У Кара короткое ми означает «хорошо». О, не дети, а сущая наказуха. Ух ты! Ха-ха, смотри! Да смотри же ты, ежик! Смотри! Бочка! Бочечка пошла! Опа! Ха-ха. А смотри, смотри! Смотри сейчас! Смотри! Мертвая петля! Смотри! Смотри, смотри! Вот так вот! Крош, ты уже полчаса играешь, теперь моя очередь. Погоди, погоди, ну еще немножечко. Ну все, ну на, держи, держи. Ну вот, горючее закончилось. Твоя очередь бежать. Вот почему всегда так? Как бежать, так моя очередь. А как играть, твоя. Смотри. И, кахамахи конгу. Ухой. Дикарь. Кахамахи конгу. Mm-hmm.
Что это он там жарит? Шашлык вроде. Анюшу видел кто-нибудь сегодня, а? Ёжик, вернись немедленно. Ёжик! Осторожно, друг мой, коммуникабельный. Можно я заберу? Конгюбур каравай. Каравай ягу. Буханку. Буханку. Кажись, есть хочет. Буханку просит. Буханку? Это твой народ, каравай. А тебя зовут Буханку, да? Хой! Буханка, этого еще не хватало. У-у, каравай, пхай-пхай. Ладно, спасибо вам за самолет. Пошли, ежик, пошли отсюда, пока он не проголодался. Нет, ну ты мне скажи, зачем ты его в дом притащил, а? Ну не оставлять же его было на улице. Неудобно. Йоли-йоли, хайну, ха? Подожди, буханка. Хей, яхну. Уяхну, уяхну, ха, уяхну. Ну, йоли-йоли, хайну, ха. Он всю жизнь на улице, это ему в доме неудобно. Он дикарь, понимаешь? Дикарь. Любопытнейший материал для исследования. Дикарь в цивилизованном обществе. Да, он у тебя уже совсем ручной стал. Вот увидишь, скоро к нему в гости родственники приедут. Эти, как их? Чебуреки. Караваи. Ну да, кексы эти. Будет у тебя не дома, а хлебная корзина. Консоме со спаржей. Ой, гугню, уйбуньдай, а я, ха. Йох, буханко, йох, так нельзя. Йох, харимандарит йох, хе. Ёжик, не трогай дикаря чистыми руками. Может, у него глотки или какая-нибудь тропическая чесотка. Нет у него никакой тропической чесотки. Ёжик, ёжик, слышь? Я тут будку построил для твоего дикаря. Ну, это, не держать же его в доме с грязными лапами-то. Это буква А, понимаешь? А. И чего ты, ежик, носишься со своим дикарем? Ему, может быть, надо травку пощипать или на жуков поохотиться. Любопытно. Объем черепной коробки почти как у разумных существ, вроде нас с вами. При должном воспитании он мог бы развиться в полноценную психическую личность. Ёжик, а много у тебя еще этих караваев? Он не говорил, сколько их. Тебе зачем? Ну, если они не относятся к исчезающему виду, то один экземпляр можно будет всецело посвятить нуждам науки. Что значит посвятить? Позвольте, но как же наука?
карри. Что такое? Ты не туда, сюда! Ёлки-иголки, ты... Это буква И. Как бы тебе объяснить? Это сложно, но понимаешь? Вот такая буква. Ёлки-иголки! Да что ж ты будешь делать? Я немного изменил наклон хвостовых лопастей. Это позволит ему быть более маневренным. Стой! Это ты сказал? Ты что, умеешь по-нашему говорить? Фу, у вас несложный язык. Язык караваев гораздо сложнее. Я давно понял, как устроена ваша речь. А чего ж ты раньше молчал? А раньше самолет был в порядке. У вас, у караваев, что, и самолеты есть? Нет, в этом нет необходимости. Так ты, значит, не заблудился тогда в наших краях? Я никогда не заблуждаюсь. Просто передо мной стояла такая научная задача. Прожить неделю среди дикарей. И я с успехом справился с ней. Более того, это время не показалось мне таким уж тягостным. Я пришел к выводу, что вы еще способны развиться до пристойного культурного уровня. Я непременно расскажу об этом моему народу. Прощайте, друзья! Ибо отныне мне хочется считать, что мы друзья. Вы согласны? Да. Халимака, хайнука, бейханах. И-йок! И-йок! Ёжик, а ты не понял, кого это он назвал дикарями?